Сисила Бхакти Сиддханто, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада, that you try to hear. Сисила Бхакти Сиддханто Сарасвати Госвами Прабхупада сказал, что мы должны пытаться слушать Харикатху, это наша главная обязанность. Моя мать очень больна, как я могу слушать Харикатху? Пусть ваша мать умрет. Моя мать больна, но пускай весь мир сгорит, пусть весь мир затопит, но какое отношение это имеет к нам? Ваша мать умрет, либо отец, либо муж, либо еще кто-то, и вы умрете. И какое отношение это имеет к нам? Просто слушайте Харикатху. Обычные люди не могут понять значение этих слов. Обычные люди, они не могут понять всего значения, смысла этих слов. Они могут неправильно понять Шрилу Прабхупаду. На самом деле, если говорить правду, то все дживатмы, все бесконечные дживатмы, они одиноки, они все одни, они бесконечное число времени путешествуют по всем мирам, вверх и вниз, они одни, но если они это осознают, если вы осознаете, что вы не один, один друг Кришна, Он всегда с вами. Вы один в том случае, что вы можете развить непривязанность. Никого нет по-настоящему вместе с вами. Если вы умрете, ни отец, ни мать, ни муж, никто не сможет спасти вас. Никто не может помочь вам избежать смерти, поэтому вы один. Но если вы осознаете совершенным образом, что вы никогда не один, это Параматма, Верховный Господь, Он всегда находится с вами, каждую часть секунды. Верховный Господь, Он никогда не оставляет вас. Во вредование какие-то ученые спрашивают Махарадж, как это возможно. Когда дживатма отправляется в ад, что параматмана тоже в ад отправляется или нет? Вот спрашивают такой вопрос. Вопрос, конечно, интересный очень. Activities, then Paramatma also going to help? What do you mean? И вот ты спрашиваешь вместе с душой, Параматма тоже в ад отправляется или нет? А я спросил, а вы что думаете? В ад или в рай, или вообще в обычный мир? Оно для кого сотворено? Для дживатмы или для Параматмы? Для дживатмы, говорят. Но в Упанишадах говорится, что тот друг Параматма, Он никогда не оставляет вас. Параматма никогда не оставляет вас. И автоматически это естественно, когда дживатма, она из-за своих действий попадает в ад, то Параматма куда идет? Она всегда с ней находится. Я сказал, что ад или рай, оно создано для дживатмы, не для параматмы. А параматма в то время, когда дживатма получает наказание, когда эта душа получает наказание от Ямараджа, то параматма, она смотрит на все это. А что делать? А когда дживатма получает такое наказание, параматма смотрит на эту дживатму и говорит, я никогда не говорила тебе делай таким это, и зачем ты сделал это, поэтому ты страдаешь. Я не просила тебя отправиться в ад. Это из-за твоих ошибок это произошло. И в Гите Бхагаван Шри Кришна говорит,
очень ясно, очень четко, очень научно. И вот я ответил им, что в Гите говорится, что Бхагаван Шри Кришна, Он сам говорит. Янтаваха значит все дживы, все души. Это во множественном числе используется, все янтаваха, все дживы, они все страдают без какой-либо причины. И Бхагаван Шри Кришна, Верховный Господь, Параматма, говорит, что мне, я не могу ничего сделать с тем, что вы делаете, поскольку я дал вам свободу выбора, я не могу вас заставить делать что-то конкретное. И тогда, если я буду силой вас заставлять что-то делать, это нехорошо. То есть вы не можете быть со мной по своей воле. То есть это как в игре, кто-то иногда побеждает, кто-то проигрывает. Это все подобно игре. И вот в Гите Бхагаван Шри Кришна говорит, и вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что они все находятся в невежестве, и поэтому они действуют подобно привидениям. И та Параматма, она не принимает никакое сукрити, и никакие грехи, ничего. Параматма. Она не привязана ни к чему, она просто пребывает в сердце. В Шветашватар Упанишаде говорится, что подобно дереву. И на этом дереве много веток, и на одной из веток Параматма пребывает и Дживатма. И Дживатма ест плоды дерева. И какие же это плоды? Счастье и несчастье. Сукха и дукха. Счастье и несчастье. Это два, это плоды этого бхуванадрума, этого такого дерева. А Параматма в Упанишадах говорит, что на этом дереве сидит Параматма и Дживатма. Параматма ничего не делает, только смотрит, подобно наблюдателю. А Дживатма что делает? Дживатма, она делает, что она хочет, ест плоды этого дерева, а Параматма не давит на нее, не заставляет что-то делать, просто наблюдает. И в Гите Бхагаван Шри Кришна говорит, Параматма, она никогда не берет за себя ответственность за ваши грехи или за ваше благочестие. Это от вас зависит. Я сказал вам совершать баджан, но вы не совершаете баджан. И сейчас какие-то люди могут спросить, почему Верховный Господь, хотя Он всемогущ, почему Верховный Господь, Он не сделает так. Он может взять и силы ее привести к себе. Но нет, он этого не делает. Почему? Вот люди спрашивают, почему Параматма, Верховный Господь, он сотворил наслаждение и страдания в этом мире, а Параматма отвечает, я украшаю здесь все. Это подобные иллюзии мои. И я еще предоставляю наслаждение либо страдания. Почему? Чтобы доказать, что это не нужно для вас.
и все наслаждение, все страдания я вам предоставляю, чтобы вы осознали, что все это бесполезно. Не нужно этого. И почему вы пали? Упали в маю. И вот чтобы доказать это, я сотворил это все. Как, например, если вы обожглись огнем, то вы не будете уже в него лезть. И много различных сиддханты. Я могу их попозже обсуждать. И вот дживатма, когда очень сильно страдает, и говорит: «О Господь, достаточно, я не хочу этого, это называется тапа». So many things, five type of things. There's 10 type of samskar, and five is tapa, punro, yag, перечисляет. So many things I can discuss. So vast point. Это очень такая. They stop in to get some fire. Optional тема. Is samsara dava nana nilaroko tranayo karuna bhavo. You daily you are singing police, you cannot understand. Каждый день мы поем этот киртан сансара давана на лалита лока. Singing? Но значение не все понимают. Банде Гуру Си Чарна Виндам. Банде Гуру Си Чарна Виндам. И вот каждый день мы поем этот киртан, и Шри Чайтанья Махапрабху тоже говорит. А мы привязаны к нашей семейной жизни. As you like, но как, so как хотите, и поэтому вы страдаете в итоге. И на самом деле Верховный Господь говорит, что я украшаю этот мир майей, и в итоге я хочу доказать, что он бесполезен для вас, зачем вы туда стремитесь. Но чтобы доказать этого, то есть ваша единственная обязанность – это любить меня. В Гите Бхагаван Шри Кришна говорит такие слова, что думайте обо мне и идите, поклоняйтесь мне. Then Krishna said, well, I'm speaking whole, you know, exactly what they know, but okay, I can come as Chaitanya Mahaprabhu. Вот, поскольку люди не слушали, не следовали этому наставлению, он решил явиться как преданный, как Шри Чайтанья Махапрабху. И также я могу показать, как нужно совершать баджан. Совершенным образом я буду действовать как преданный, и тогда они могут получить представление о том, как нужно жить должным образом. И таким образом Параматма украшает все. Но Шрила Прабхупад почему говорит, что если наша мать больная умирает, то пускай умирает. Слушайте Харикатху, кто кого может защитить. Вы слушайте Харикатху, и тогда ваша мать, она обретет настоящее благо. Однажды случилось нечто, давно, лет 15 назад, я был, ехал в Калькутту по поводу публикации, и в Калну там по делам, и тут меня там пригласили, чтобы я сказал Харикатху рядом там с Калны. И вот тот преданный, он получал даршану Гурудева давно достаточно в Калне, когда он еще жил. Я согласился, меня преданные силы привели туда. И вот я зашел к ним в дом, и тут один человек, он думал, я не знал, кто он есть, он думал, идти на Харикатху или уйти, но так или иначе он пришел на Харикатху, я совершал вандану, и после этого
начал говорить Харикатху. Первые слова были: ваша мать больна, сначала слушайте Харикатху, пусть ваша мать умрет. И после Харикатхи он, этот человек был очень удивлен, говорит: откуда вы знаете, что мама больна? Я сказал: я не знаю, я просто говорю по вдохновению Шрилы Прабхупады. Ваша мать... Вот его мать была больна, но все равно он остался на Харикатху, и около полутора часов он слушал, и когда я возвращался, я сказал, что Харикатха, она никогда не пропадает зря. Сегодня или завтра вы обретете какое-то благо. И после этого, прошло 10-12 лет, я был в читании Гаудия-матхи, пришел с этого с пресса, повторял аник, и тут утром какой-то человек часов 9-10 пришел и поклонился мне и сказал: Махараш, вы меня помните? А я сказал: да, помню. Откуда? Я вспомнил его имя, Сингараш, как-то так. И он удивился: как вы меня помните? Вы меня видели 10-12 лет назад, и в тот день вы мне сказали, что Харикатха никогда не пропадает зря. Вот сегодня я получаю прибежище в лотосных стоп Шрилы Бхакти Валабхитирте Госвами Махараджа. Посмотрите, какую силу имеет Харикатха. То есть он там работал в каком-то банке, но в итоге он понял, что нужно принять прибежище у Садгуру. И посмотрите, какое влияние имеет Харикатха. Шрила Прабхупада, Шрила Бхакти, он так вот говорят, что он, несомненно, принесет вам благо. И вот та шлока, с которой я начал, она имеет такое же значение. И какова эта шлока? Я вот начал с этой шлоки. Тамаси ядатмана самабарудха самаста бхага. Jaya jaya yohi ayam. Yeah, I can come to this topic very nicely. Я вот к этой теме сейчас подхожу. All Shruti. Shruti. All Shruti ganaha. Shruti? All Shruti ganaha. Все Shruti. Ved Adi. They take a form. Take a nice form. Они приняли форму и молятся Верховному Господу во время того, как Господь спит. И вот во время Шаяны Экадыши Господь спит. What kind of sleep it is? Very nice. It is not actually sleep. With Yoga Maya. Йога Майя, она... Я уже говорил, как творение происходит. И том, как это происходит. И вот я уже говорил, как происходит творение и разрушение. И Верховный Господь, Он всю энергию, которая распространилась, Он ее назад забирает. Все это опять входит в Его тело, и все души, согласно их, действиям, они эту карму как бы с собой несут, но все входит в тело Верховного Господа, и не остается ни майи, ни времени, ничего. Только один Верховный Господь. И Он находится в таком бездеятельном состоянии, просто спит. И вот эти шрути, они все пришли и просят Верховного Господа. Возносят вот такие молитвы.
И вот все Шрути, они возносят молитвы Верховному Господу. О Господь, мы боимся Твоей Майи. Пожалуйста, избавься от Майи, она бесполезна. Аям значит goat, you know, chagal. Ну, подобно козлу. Actually, it's useless. И они говорят, что это твоя майя, она бесполезна. Твоя майя подобна козлу. Избавься от нее, поскольку она беспокоит нас. И вся энергия, она уже вошла в тебя. И ты находишься в таком бездеятельном состоянии. Но Господь, Он находится в блаженстве, и в это время мы соблюдаем Чатурмасивраты. И каково же значение Чатурмасивраты? Чатурмасивраты значит Шаяна Экадаши, Кшрада Кашая Вишну, Он отдыхает в это время. И когда Господь просыпается, Утхана Экадаша, Утхана Экадаша называют все мысли этой системы, когда Верховный Господь спит и просыпается эти четыре месяца, мы ничего не делаем. Единственное, что мы должны делать, мы должны только воспевать Харинаму и слушать Харикатху. Но сейчас правила предписания, они пали, никто им не следует, то, что говорил Шрила Прабхупада, Шрила Кешава Госвами Махарадж. Они говорили, что мы должны следовать Чатурмаси полностью. Кто говорит, что одного месяца достаточно, это глупо. И Шрила Кешава Госвами Махарадж, он настаивает на том, что нужно следовать полностью, а многие сахаджи говорят, что не нужно следовать Парашоттама, Сука, Читамаси и прочим. Это просто глупо. То есть Картико там еще более-менее достаточно, но они невежественны. Они говорят так. То есть практически везде можно видеть, что никто не следует Парашоттама и Читамаси даже. Может, Картику как так или иначе они следуют. Но все же, а мы говорим то, что говорил Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Пури Махарадж, мы никогда не хотим стать сахаджиями, поскольку вся система, она пала, мы не можем видеть больше идеализма. Я завтра буду говорить об этом. Поскольку без идеализма мы не можем продвигаться даже на сантиметр. Если мы не можем видеть, кто такой Шрила Бхактивинода в Пури Госвами Махарадж, какова его сила, какого могущества, вы не можете продвигаться, где бы вы ни были, пытались совершать баджан, но до тех пор, пока вы не осознаете величие силы Вайшнава, какой яркий пример перед нашими глазами, подобно солнцу. Тогда мы можем получить силу и вдохновение следовать, иначе нет. Баджан — это не шутки. Не пытайтесь, что это какая-то игра. Как дети играют с игрушками, вы думаете, что это так, но нет, это далеко не так. Вы должны слушать Харикатху, вы должны как-то узнать, как избавиться от майи, совершать харинам санкиртан, следовать всему. Мы хотим видеть все в практической форме. Сиданта, о которой я говорю, это для того, чтобы вложить вам чувство в ваше сердце, чтобы вы чувствовали, что для вас это очень важно, очень срочно следовать и применить всю сиданту, все эти наставления практически в нашей жизни. Просто прочитать об этом, этого недостаточно. Если у меня нет надежды читать Бхагаватам, но все же это хорошо, как так или иначе пойдет. Но если у меня есть возможность
изучать, и мы изучим все о Шри Чайтанье Махапрабху, то Бхагаватам уже будет в этом. Если у меня будет возможность понять все действия Шри Чайтанье Махапрабху, все учения, то мы получим тот же результат, что мы обретем от изучения Бхагаватам. Это не отлично, и вот поэтому говорится, есть два вида Бхагаваты. Бхакта Бхагаваты и Грантха Бхагаватам. Вот кто-то говорит, что Гуракеша Дас Бхагаваджа не может читать Бхагаватам, но он сам олицетворение Бхагаватам. Все, вся Сиддханта в Бхагаватам, мы можем видеть ее в практической форме в жизни Шрилы Гуракеша Дас Бхагаваджа Махараджа. И вот Бхакта Бхагаваты, я думаю, они более важны. И вот Бхакта Бхагавата, он более важен. И сегодня я буду говорить вам. Вот вчера я говорил о Судама Випре, как он вел свою жизнь, какой баджан он совершал. И перед этим я говорил о Расе Баладева. И опять я хочу вернуться к этой теме, что не, вам нужно понять все как следует. В Баладев, в Расе можно там... И вот ответ данной Шрилы Прабхупады, что не думайте, что Баладев совершает расу, внешне да, он совершает, но в сердце Баладева Кришна является, в его сердце, и поэтому это раса Кришны, внешне это выглядит, что это Баладев совершает расу. Я уже сказал, что Баладев это первое проявление Кришны, и в то же самое время он Кришна. Он Верховный Господь, не отличен от Верховного Господа, и он может совершать расу, только Кришна Баларам, а после них никто. И сокровенная Сиддханта в том, что в теле Баларама все всегда Нитьянанда. Вот изучали вы Чайтанья Бхагавату или нет еще? I can stop my Harika. I can beat him. Чайтанья Бхагавата, вы должны, несомненно, изучать ее. Шрила Бхактина такого говорит, если как минимум 100 раз вы должны читать ее, Чайтанья Бхагавата. И тогда у вас будет право. И там можно видеть, что Нитьянанда, он подобен сумасшедшему, ходит здесь и там, и в день Ясапуджа. Почему Нитьянанда Анантадев, он так ведет себя подобно опьяненному, хотя Кришна сам, поскольку Кришна Гауранга в его сердце, и он не видит ничего внешнего. Это и вот такого Сиддханта в этом. И Баладев совершает расу, и, но Кришна Бхагаван, он находится внутри его тела. То все его тело, ум, все действия, они делаются Кришны. И вот когда Гауранга Махапрабху спросил у Нитьянанды, где же его данда, я не знаю, где твоя данда, как я тебе дал обязанность защищать мою данду, я не знаю, но мы несли, упали, она сломалась, я выкинул в Гангу. Почему? Поскольку единственное, что у меня было, это данда, и я оставляю тебя, пойду один.
Гуранга Махапрабху так сказал, и какое значение этой лилы. Нитянанда сломал данду на три части. И вот Нитянанда говорит, я совершаю все по твоему вдохновению, и поэтому это ты сломала, не я. So nice Siddhanta, very nice, sweet. It's called nectar. И вот это подобно нектару. Нектар это не то, что находится снаружи, а внутри. Вы должны открыть ваше сердце и найти там нектар. И вот здесь мы видим, что Бхакта Бхагават, он, я уже говорил об этом. Say Sukadev Goswami, already I told you yesterday, Krishna Swashid Sakakashir Brahmano Brahma Vitvam Virakta Indiyarthesu Prasanyatma Jitendriya Krishna Swashid Sakakashir Brahmano Brahma Vitvam Virakta Indiyarthesu Prasanyatma Jitendriya. I already explained. And wife, very nice. Жена его, она была очень прекрасна, она тоже не чувствовала никаких беспокойств. Она хотела служить мужу, но не было, нечем было служить. Что делать? Даже посуды не было, одежды, вообще ничего. Настолько они были не привязаны ко всему, отречены. И тогда однажды... With very dry face, appealing mood, speaking, Pati brata patim prahu, mlayata padane nasa, daridram sidamana vayi, bepamana vigammacha. You can remember, вы можете вспомнить, о мой Прабху, о мой Господь, о мой муж. Нону, брахмано бхагавато шакша, шакша сриё патихи. You can remember, Nonu Brahmano Bhagavato Saksha Saksha Sriyaha Patihi. Your friend is there. Твой друг там, в Двараке. He is the husband of Lakshmi, Rukmini. Лакши Махалакшми Рукмини. Nonu Brahmano Bhagavato Saksha Saksha Sriyaha Patihi. Brahmanascha Saranyascha Bhagavan Sattatar Savaha. You know, he is very merciful. Он очень милостив. Брахманасчо means he always takes care of Брахманасчо. Значит, он всегда заботится о Брахманах и Вайшнавах. Вот как в этой мантре говорится об этом так. Почему? Поскольку Господь, он всегда заботится о Брахманах, о Вайшнавах, о коровах всегда. И поэтому он называется здесь так. Шакшасриё пати, брахманасчо сараньясчо, Бхагаван саттватаршам. Саттвато, those who are doing, following атмадхарма. И вот те, кто следует атмадхарме, для них санатандхарма, санатандхарма наивысшая. Topmost. I mean the goal of санатандхарма. Я говорю, цель санатандхармы – это Шри Кришна. Why not you go? Почему Why don't you take the trouble to go there? Пойдете, and meet your friend? Пойдешь туда и встретишься со своим другом, so может, он что-то даст тебе. Смотри, мы тут в бедности живем. Actually, it is 80 chapter. And actually, I see 6, 7, 8, 9 all sloka I'm speaking. 80 chapter. 80-я глава. So brahmanascho, saranascho, those who are inclined to вот him, те, кто... always he take the responsibility of everything. Well, you have no idea. То есть Кришна как бы заботится о брахманах, поэтому иди к нему. А why not you go? И почему ты не пойдешь к нему? Таму пайхи махабхаго свадунам ча параянам дассати дравнам бхури сидате тукутумбине.
Ты очень беден, а когда ты можешь пойти к Кришне, Кришна увидит, что ты очень беден, и он что-то даст тебе, несомненно. So upoiti mahabhaga he mahabhag. Why not to go? Tamu poiti tamu poihi na upoiti. Tamu poihi mahabhago swadunancha parayanam dasvati dravanam bhuri siddhate te kutumine. You can go. Very nice. Because at present he is very near to you. Поскольку сейчас он очень рядом с нами. Асте адхуна дараватьям бхожо вриши андакешвара. In Krishna, there Jyoti Dishni have some branches, three branches, you know. What branches? Какие-то их, так сказать, ответвления. Бхожо, вриши, андака, they are all in topmost Krishna. Вриши Ванши, topmost Krishna. Yaduvansi, Yadumani, we speak, jewel, you are jewel in the destiny. So aste, so speaking, aste adhuna daravatyam bhojo vrishi andakeshwaraha smaratohu padakamala smaratohu padakamalam atmanam upiyachati. Aste adhuna daravatyam. Сейчас Верховный Господь там, муж Лакшми. И если кто-то помнит лотосные стопы Кришны, только помнит. Если кто-то медитирует на лотосные стопы Шри Кришны, то Кришна хочет отдать себя ему. Здесь описывается в этом. Смарато, значит, если кто-то помнит. Смаратухо падакамалам. If we remember падакамалам. Атманам апи ячади, he like to sell himself. Он хочет продать себя. Чайтанья Махапрабху mentally speaking. И этому преданному. Чайтанья Махапрабху говорит много раз такое. You can sell me anywhere you like. Чайтанья Махапрабху. Many time. In Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Дюрдимитра Чайтанья. Actually, I am sold to you, Chaitanya Mahaprabhu. It's not a matter of joke. It's very good. Chaitanya Mahaprabhu, Supreme Lord, becomes so happy. Yes. Chaitanya Mahaprabhu only for Supreme Lord want to see that you are sincere. Верховный Господь хочет видеть вашу искренность. Гунрадж Хан. When writing one book, very nice. Вот Гунрадж Кан, когда он написал одну книгу Шри Кришна Виджай. Very nice, Грунто. Очень прекрасная книга. You are taking information. Like to jump up. Writing. Then Chaitanya Mahaprabhu. И Чайтанья Махапрабху читал эту книгу, он был очень доволен и сказал. You have written one word there. Ты написал одно слово там. Nanda Nandan Krishna Mor Pranonath. You have written this word. Вот эти слова. I am already sold. Я уже. On hearing this, you know, word Nanda Nandan Krishna Mor Pranonath. This word you write from heart. То есть это слово Nanda Nandan Krishna Mor Pranonath он написал и Махапрабху сказал, что я продан тебе благодаря вот твоей искренности. And you, in your village, и в твоей деревне, dog, если какая-то собака даже есть, что говорить больше? Я благословляю их всех, что говорить больше, даже собак. Собака в твоей деревне тоже получит мою милость. И посмотрите, Господь, насколько милостив, а мы неудачливы, мы не можем получить милость от Гуру Вайшнава, от Бхагавана. Это наша дурная удача. So, asti aduna daravatyam bhojo vrishi andakeswaraha smarataha Pada kamalam atmanam abhiyachati. You like to sell him then. So this way. И вот таким образом. This way, appealed by, you know, wife. Вдохновленный своей женой, он пошел. Then actually, Sudhamipra took decision. Sudhamipra решил. Took decision to go.
Он решил идти. Он сказал своей жене: «Ты вдохновила меня идти и встретиться с Верховным Господом». Судама Випра, он никогда не думал, что я иду за какими-то деньгами или еще чем-то. То есть жена его вдохновила, это как бы хорошо, но... И по ее вдохновению я очень удачлив, что я сейчас иду получить даршан Верховного Господа. И вот он шел и думал, он единственный, о чем он думал. Са эвам бхарджая випро бахушаха партито муху. Heavily, you know, his wife always, you know, requesting. И вот его жена. Being requested. И вот будучи попрошенным своей женой. Being requested, then Судама Випра, он решил: хорошо, я пойду. Са эвам бхарджая випро бахушаха партито муху. This is heavily requested by wife. Then he took decision. И вот он решил, хорошо, это очень хорошо, но какое благо я могу обрести. Единственное благо, за которым я иду, это получить даршан, лотосный стоп Верховного Господа, Парамалабха. Такое высшее благо. Так что там ашлоки я получу. I was, you know, boyhood. I was playing with him, reading with him at a time there in Gurukul. Oh, what to do? After that, Sudama. И после этого Судама подумал, чем жить и какой дар поднести Господу. Жена сказала: подожди, сейчас. Она обошла несколько домов, собрала подаяние в виде такого дробленого риса. Она положила ее в рваную одежду. То есть много дырок было, они так или иначе завязали в узелок это немножко риса для Кришны, и он пошел. То есть, если вы идете в дом друга Гурудева, нужно какой-то подарок принести, такое правило. Дом отца, матери или еще чей-то. Бачан, опи оспу паянам кинчит грехе кальяни диотам. Если у вас есть какой-то подарок, то давай. Я не могу пойти с пустыми руками, и после этого вот жена организовала такой дробленый рис. Raw rice, you know? Not boiled rice. Atap chal. You know, not Govindabho. Very poor man, where from Govindabho he can arrive? No Govindabho. No Tulsi Bhog, no Govindabho. Very clear. Jvachitva chaturo mushchino viprano prituko tandulano choilo khandeno tano vadhya bharte pradad upayana. This way from four different house taking some, you know, madhukuri and rice, raw rice, and you know, clean and you know, put in a cloth and give to him this. And tana adayu, after taking that gift and that vipra, going to Dwaraka, and all the way I was singing and you know, shedding tears. Today I'm very happy. Why? I'm going to meet Krishna. Krishna darshanam mayam. Кришна дарсанам майям катам сад ити чинтайан. И вот он весь путь шел, плакал и думал о том, насколько он удачлив, что он может встретиться с Шри Кришной. И вот таким образом он шел и думал, как же я могу встретиться с Кришной сначала, если Кришна посмотрит на меня, что он подумает. И снова он думал,
Катам сад ити чентаян. Кришна даршанам майям. Катам сад ити чан. How I can meet Krishna? Как я могу встретиться с Кришной? This way actually. Думает, да. Now he's going, singing the glories of Krishna. Он воспевал славу Кришны, и когда дошел до Двараки, он посмотрел, что это. Все в золоте, золотой дворец. Он. Now gradually, you know, entering. И так он постепенно узнал, где Кришна, и дошел до его места. This way actually. Грихам, грихам дашта сахасранам. Махишинам харердижаха бивесайкутамам симад брахманам гатуйата. This way, when Sudama is going and going to enter, вот когда Судама Витра пошел в дворец Кришны, usually there is very heavy checking. То есть там обычно всех проверяли очень, ну, охрана. Но Брахмана Вайшнава пропускали без проверки, это по указанию Кришны. И вот Брахман дошел до Кришны беспрепятственно, и когда он пришел во дворец, он увидел, что вот Кришна сидит там. You know, after looking, посмотрев на Кришну, Судама Випра, he ran, then побежал к нему. Run and come. Твам билокка чута дурат прия парьянтам аситаха. Твам билокка чута дурат прия парьянтам аситаха. Прия мин, who is прия? Прия, кто, что значит прия, Рукмини. In his bed, Krishna sitting. Krishna сидел. And beginning giving service. At the same time, from distance, Krishna. My friend coming. Они сидели там вместе, и когда Кришна увидел его, он побежал к нему навстречу. Твам билокчачута дурат прио парьям камасхитаха саосо твайо ча бхитю дубьям парьо грухит муда. Run and run, embrace him. Very heavy. И он обнял его очень сильно. And they all, you know, Krishna shedding tears. И Кришна начал плакать, Судама тоже начал плакать. It's a great, you know. Это meeting. Они встретились. You cannot imagine. Вы не можете представить, насколько это было прекрасно. Material world, в материальном мире какие, чтобы. What kind? This kind of emotion, love. Это такие эмоции, такая любовь. 100% pure love. Чистая любовь в этом материальном мире, она невозможна. Любая любовь, забота, какие-то отношения с кем-то, но они не могут достичь того, наивысшей степени, может, согласно вашим представлениям, это хорошо. Но в этом отношении я помню один случай. Видьясагар, вы слышали его имя, может быть? Он был подобен океану, как сказать, образования. Очень такой знаменитый материальный пандит в Индии. Однажды мать позвала. Ночью он был профессором. Он такой в простой одежде. Он пошел на берег реки Дамодара. Она была очень велика, не видно было даже противоположного берега, подобно такая огромная река. Но ночью не было никакой лодки. Мать звала его, и он прыгнул в эту реку, чтобы переплыть. Он Кришна Баджан никогда не совершал. Но так или иначе, он хотел попасть к матери, поэтому пришлось вручную плыть. И другой человек, некий Мадхусудан Датта, он говорит, смотрите, настолько велика любовь к матери, показанная Видьясагаром. И он говорит, что это
не обязательно так выражать свою любовь, как он. То есть я люблю свою мать, но по-другому. И таким образом, что Судама Випра и Кришна не встретились. Then with, you know, catching in hand, Krishna coming inside the room, пошел, you know, palace, зашел and с ним в свой дворец, that, you усадил know, на, said, where Palanka, very golden, на, you know, на трон, all jewel fitting there. Ну, на какое-то сиденье, украшенное драгоценностями, то есть там, где сидел сам Кришна с Рукмини. И там... Make him sit. After that, bring water and и он принес воды и прочее, омыл лотосные стопы его. И все те, кто присутствовали там, они смотрят, кто он такой. Что за браман? Очень старый браман. Кришна так заботится об этом брамане. Омывать его лотосные стопы и посадил еще на свое место, как это возможно. Шокчу приясья випарсе ранга саньяти неврита прито бямончан авиндуно нетрабьям пускорекшана прито бямончат авиндуно нетрабьям пускорекшана пускорекшана вона like you know petal of padma the eyes of Krishna shedding tears all the time with love. And otho povesho pariyamke swayam shakshu samarhanam. Oh, get all articles for worshipping. И вот Кришна сказал, нужно принести все эти принадлежности для поклонения. И упохита вани аварижасья паду пада панижани. After washing and и после того, как омыли его лотосные стопы, он взял эту воду к себе на голову, и как Махапрабху тогда, тоже, когда он предлагал пинду своему отцу в Гае, помните, то в то время Шичитани Махапрабху был очень болен. О Господь, то есть он являл лилу болезни такой, и все были очень обеспокоены, что делать, нужно к доктору айвадическому отвезти его, нет, не нужно, я знаю, что мне нужно. Идите, найдите чистого брамана, омойте его лотосные стопы, я приму, выпью эту воду и исцелюсь. Нужно постепенно развиваться. Сначала фундамент нужно установить. Если кто-то придет, я буду говорить о десятой песне, о Гопи Баба, это очень плохо. It's not good. There should be foundation. Сначала нужно основание foundation. Построить. Сначала, то есть подобно дому, сначала фундамент надо уложить, а потом все остальное. И вот смотрите, Шичитания Махапрабху, он выпил вот пыль, воду, омывшую стопы браманов, и его температура сразу прошла, лихорадка прошла. И Кришна такой же. То же самое во Враджалиле совершал. Я позже буду говорить об этом. И вот и вот после того, как совершили арти и прочее поклонение, просад начался. Судама Випра смотрит, что это все в золотых этих в золотой посуде весь стол. Джагнат принимает 108, 56 блюд, а там двораки 108 разных подношений. Шрила Прабхупад, он однажды во время Гаудхана Пуджи в Гауди Миссии я видел фотографию. Там приготовили 108 блюд, негде было там. Должны наступить все
108 разных подношений. И здесь также Кришна попросил его принять прасад. А он говорит, я никогда не ел столько прасада, я иногда сухие чапати там ем, и готовить негде было, нечего. Иногда какой-то рис замоченный в воде. И вот так ел рис замоченный в воде с солью и все. То есть вы не можете понять настроение вайшнавов, будьте внимательны. Вам нельзя слишком близко приближаться к чистым вайшнавам, можно неправильно их понять и совершить оскорбление, поскольку, как вам всегда, Бабаджи Махараш, он весь день не готовил, просто поспел харинамы, совершал какое-то служение, потом вечером шел на рынок, хотя денег у него не было. Если кто-то там отдавал, ну, выкидывали какие-то там баклажаны, например, которые не продали, он их собирал, омывал это в Ганге, потом резал на кусочки. У него не было даже кастрюли, он кастрюли не было, он это омывал в Ганге, возвращался. Предлагал Гуру Нитаю, а Гуру Кришнадас Бабаджи Махараш иногда ел те же баклажаны, не готовые, не такие просто сырые баклажаны. Он их даже не готовил, он просто предлагал и принимал, и делал вид, что это очень-очень вкусно. И таким образом Судамавипра говорит, ты так много дал мне, и вот он принимал прасад так или иначе, и говорил, о Кришна, если я так много всего это съем, я не смогу баджан совершать, лучше так немножко поем, и Кришна говорит, my friend, you can remember. Мой друг, ты помнишь давно? You, me, ты, я и все мы были в Гурукуле. Ты помнишь? Качит Гурукуле васам брахман смаруси науята дижо вигьяйо вигьяям тамасахо парамамасмуте. Эй, качит, you know, 31. И вот 31. Качит гуру кулева асам брахман смараси науята. You can remember? You, me. Ты, я, давно в гуру куле мы были. Yes, ты помнишь? Да, я помню. You know, non, bachan, nonu arthako vida brahman varnasrama batami ho je maya guru na vacha taranti anjaso arna. Actually, и вот гуру is a гуру, you know, original thing. Это изначально главное на пути баджана. Гуру, гуру это все. Even you can, you даже can get confusion. Вы можете быть озадачены без Пурашчарана. Вы никогда не сможете стать успешным на пути баджана, но мы озадачены. Что значит Пурашчаран? Я это расскажу, но наш Пурашчаран – это Гуру Сева. Никто не знает об этом. Без Пурашчарана никто не может стать успешным. Что значит Пурашчаран? Это рано с утра до вечера вы должны совершать определенные действия, повторять определенное число кругов, служить Гуру Вайшнавам и прочее. Но все это совершается, если мы совершаем Гуру Сева. Гуру Сева – это наш Пурашчаран. Гуру – это главное. И вот сейчас Бхагаван, Верховный Господь, говорит, «Тусиям сарва бхутатма
Guru Sushrusaya Yatha Naham Ijya Prajati Bhyam Tapaso Pusamenava. Ijyamane Archam Prajati Bhyam. You know, Tapaso Pusam actually as to the finances serving, you know. You know, Tusyam Sarva Bhutatma Guru Sosasaya Yatha. Если Гуру доволен, то все автоматически совершается. И вот Бхагаван Си Кришна приводит такой аргумент и говорит, может, сейчас ты, я думаю, ты женился уже. И Кришна спрашивает, что если у него такая подходящая жена, и после этого Кришна говорит о Гурусеве, главное слушайте. 43 шлока. И вот Кришна говорит, если вы хотите обрести наивысшее, высочайшее благо, то тогда Гурудев должен быть доволен вами. Это Сиданта, сказанное самим Кришной. На Эва. Будь уверен. Эва значит аффирматив. Будь уверен, если Гурудев доволен Садгуру, не какой-то гуру на базаре, а нет, именно Садгуру. Дживатма, она может получить наивысшее, высочайшее благо, самое сокровенное, она может стать успешной в своей жизни и достичь абсолютного умиротворения в своем сердце. Много раз Шрила Прабхупад говорил, много раз я могу показать это из различных источников. Шрила Прабхупад говорит или пишет где-то, он говорит, тот Гурудев, He is Gurudev, who is going to give you a proper treatment. Not that the patient is poor, you know. Будет вести с вами себя с вами достойным образом. То есть если, как, например, вы доктор, к вам приходит какой-то больной. Accept me as Guru. Этот, как сказать, Гуру. Как говорите, главное, примите меня как гуру, я вам буду позволять делать все, что вы захотите. Но это не гуру. А Шрила Прабхупад говорит, тот гуру, кто будет давать вам должное наставление. То есть, может, вы даже не хотите, но все же вы должны силой принять это лекарство. Ученик, находясь в обусловленном состоянии, может ему там хочется в Америку поехать, но это не гуру такой, которому, как сказать, все равно, что там делают его ученики, это лакху. Он должен давать должные наставления, вести себя должным образом. И таким образом Шрила Прабхупад говорит, что только по милости Садгуру вы можете стать успешными. Достичь полного умиротворения. Нет, и вот Кришна говорит Судама Випре. There is no fuel. How to cook? Go to, you know, forest and get some wood and piece. Then you can remember. You can remember you and me going to forest to collect. You вот know, вы помните, мы ходили по. You know, afternoon time. There is thunderbolt, big rain.
We cannot see each other. We collect tooth and put hair on head. И вот помнишь, мы были в лесу, попали в шторм и не знали, что делать, куда идти. Очень сильный дождь был всю ночь. И вот Гурудев говорит, где же мои... Гурудев говорил, куда же мы ушли, и вот с утра Сандипани Муни искал нас во всех лесах и нашел. О, эти два маленьких мальчика, они стоят с этими дровами на своей голове и ждут. И Гурудев, он обнял их, плача, что вы настоящие ученики. Вы так много беспокоитесь, так много проблем из-за меня испытываете. Я благословляю вас. Сандипани Муни благословил Кришну. Все шастры, все знания Веда, Веданты и Упанишат, они явятся в вашем сердце. И Кришна так обрел знания. И это тот Кришна. Как мы можем оставить Кришна Баджан? Настолько великолепен. Мы не можем жить без Кришны. Как мы можем оставить Кришну? Настолько он великолепен, настолько прекрасен. И вот таким образом они говорят друг с другом. И после этого, смотрите, они вернулись назад и говорят друг с другом. They are discussing all old history. Where? Sitting inside room. И вот сидя в комнате Шридама Випра и Кришна говорят. This kind of, you know, big problem we meet. Yes. Они вспоминают все, что случилось раньше с ним и с ними, и после этого Кришна спрашивает: «О мой друг, ты принес что-то мне, какой-то подарок упаянам?» И Шридама Випра, ему стыдно стало. Он очень беден был. Я наверняка что-то принес. Ничего не сказал, поскольку я только ломаный, дробленый рис был. И он думал, как это ему показать, что вот я он живет в таком дворце, в Дваракапури. И Кришна все искал, вот он, вот этот подарок. Он взял этот рис и съел. Ты не сказал мне, что такой прекрасный рис принес для меня. И он взял его сразу, принял. И Рукмини схватил его за руку, не хватит. Я знаю тебя, ты хочешь... Don't leave me, leave me. I like to take more. Нет, оставь, вкусный рис, я хочу еще. Но Рукмини не дала ему съесть его. И вот Кришна так силой забрал этот рис и сказал: на самом деле я занят. Я принимаю Бабу, то чувство, с которым мне подносят что-то, а не сам предмет. Подобно тому, как жена Видура. Кришна, он только что... Кришна сказал, что я у меня не сварение, я не могу. Но... И Видура не оно видел, что Кришна, Верховный Господь, пришел. Она была очень вдохновлена. Он сказал, что очень голоден. И она увидела, бананы какие-то были у нее. Она начала чистить эти бананы, отдавать шкурки бананы Кришне, а бананы выкидывать. И тем временем Видура вернулся. А Видура никогда не ел. Видура, он служил в Хастинапуре бесплатно. То есть он зарплату не получал за это. Я был в доме Видуры. Очень такой, ну, все сломано там. Бидиджи Махарадж. Going to a Madhukuri and taking something and bringing, then manage. It's so this way. Then the Vidura coming.
Видура пришел, смотрит. Кришна, о, что ты делаешь? Ты кормишь Кришну с шкурками бананов, а выкидываешь бананы. Кришна засмеялся, что я не принимаю ни бананы, ни шкурки банана. Я принимаю то чувство, с которым мне подносят. Я хочу получить это, принять то чувство ко мне, которое в вашем сердце. Его я принимаю. И после этого Судама Випра ушел. Я хочу вернуться домой, и не спросив ничего у Кришны. After that, embraced by Krishna. И вот они обнялись. And now Судама Випра начал плакать. What is my condition? Какое же мое состояние? Я очень бедный браман. So dirty body. Не такой. Одежда вся у меня рваная. Я такой весь грязный. А Кришна обнял меня. И вот это очень важно. Вы должны помнить 16 слога, 81 глава. В 10-й песне Судама плачет и воспевает славу Кришны. Кахам даридра папьяна ка Кришна сринкетана Бамма вандурите смахам Вахубьям парибарам парирамбита Кахам, ка ахам даридра папьяна I am a sinful man, fallen soul, so poor, Brahm. Кахам даридра папьяна И где же Кришна? И где мы? Он Брахма-банду. Он друг всех брахманов. И так он обнял меня, никогда не ненавидел меня, несмотря на то, что я хожу такой весь неопрятный, грязный. Нет, он обнял меня, он омыл мои стопы. И взял эту воду к себе на голову, вы должны помнить об этом, чтобы у вас не было... Мой Гурудев говорил так, мы должны помнить этот случай. Но все же он никогда не ненавидел меня, он обнял меня. Он так много служения оказал мне. Паду санбахана дивихи пужито дева девено випра девено девабад. Он усадил меня на симхасану. Он массировал мои стопы, омыл их. Он поклонялся мне, подобно полубогам. И как я могу отплатить ему? И моя жена отправила меня получить какое-то богатство, но Кришна настолько милостив, что Кришна даже не подумал мне, что не нужна какая-то материальная собственность, поскольку если бы он это дал мне, я мог бы забыть его. И Кришна настолько милостив, что даже не сказал, что ты очень беден, я могу дать тебе каких-то украшений, сокровищ. Он не сказал этого, поскольку Кришна очень милостив. Кришна знает мое сердце. И если Кришна даст мне какую-то собственность, я забуду Кришну. И поэтому лучше я буду помнить его всегда. И Судама Випра думал таким образом. Мадьям учуэр но манс марет ити коронико нунам дханам ме бхури на ададат. Дханам ме бхури, a lot of treasure.
То есть он не дал мне кучу сокровищ. Кришна не спросил меня, что ты, одежда твоя очень такая, ну, плохая, возьми получше. Ити карунико нунам дханам ме бури на дада. Ити карунико. So thinking this way, и вот думая таким образом, если я дам какую-то собственность моему этому бедному другу, он забудет меня. И поэтому я ничего не дал. Он мне ничего не дал. А Дарида, кто такие бедные люди? Кришна отвечает, кому? Удаве. Даридро яства сантушто. Кипаноту аджитендрия. Даридро ясту асантушто кипаноту аджитендрия. Is крипан. Тот крипан. Miser. Неудачник. Don't want to spend money. Who? Кто? Who is not utilizing тот, кто не использует его органы чувств служения Кришне. Аджитендрия. Он всегда использует свои органы чувств для материальных наслаждений. И он неудачник. И кто даридра? Тот, кто полностью не удовлетворен всем. Я хочу больше и больше. И Кришна говорит об этом Удаве. So, adhanu ayam dhanam prappu madhyan uchayir namam smarit. Ити коронеко нунам дханам мехи абхури нададат. So that's why Krishna not giving me any treasure. И поэтому Кришна не дает мне никаких сокровищ. И он всегда думает о моем вечном благе. И тем временем, когда Судама Випра вернулся в свою деревню, он смотрит, где его домик, шалаш. Смотрит, вот здесь был этот домик его, но там какой-то дворец на его месте, как я еще не помню в моей деревне такого дворца. И где же это здание, как его там, ну, типа шалаша. И жена увидела, она, подобно Лакшми, была украшена разными украшениями. Она пришла и спрашивает, кто ты? Я твоя жена, да. Как? Ты жена? Так, откуда столько богатства? Но ты отправился в Двараку, а Кришна настолько умен, он не дал никакой... Никаких даров, но так, подобно взятки, как бы, дал, сам организовал все, что надо, а он подумал, что не может баджан совершать в таком месте. Как это, Кришна дал мне без моей воли всех этих дворцов, это дворец, собственно, богатство, слуг, слонов, вот проблема же для моего баджана, как я могу помнить Кришну. И таким образом он думал все о... И вот он думал так, и после этого Кришна, он... дал так много богатства ему. Шрила Прабхупад говорит, мы не должны ничего спросить у Кришны. Если вы просите, Кришна может дать вам это и уйти сам без настоящего богатства Кришна Према. И вот Чайтанья Махапрабху, он плачет, всегда плачет, он молит Господа дать ему прему. Я хочу богатство, я очень беден, дай мне прему. И вот Дваракаваси, они решили отправиться в Шаманта, на Курукшетру, совершить ягью там. Very nice. To get some benefit. Чтобы обрести какое-то благо. This way they are all Vrajavasis, you know. Все Vrajavasis. Hey, all Vrajavasis, they are also coming. Они пришли. All Vrajavasis, they are also coming. You
И вот Враджаваси и Двараки-васи они пришли, Курукшетра на полпути. Из Двараки, из Вриндавана, там, это на полпути находится это место. И вот когда пригласили Нарада Махараджи, Нарада всех пригласил, и какая обязанность этого Самата Панчака? Там Махарадж позже объяснит, вот, во время затмения в этом месте, это очень чистое место, Куру, один царь. Риши Муни совершали баджан, там Брама, полубоги и все остальные совершали, яги, великие яги, Брама и все полубоги, они приходили, чтобы посетить Курукшетру. Настолько она прекрасна была, все тиртхи пришли туда. И как это Саманта Панчак был создан, Курукшетра, в Трета-югу. Парашурама, аватара Бхагавана. Он убил всех кшатриев. When Kartavijaya Yujin came and abducted that, you know, Surabhi Enoma, after that, you know, И вот они Сурабхи похитили, потом вот убили кого-то там. И потом мать Ренука, она плакала. 21 раз она вот звала Господа. И Парашурам, услышав это, он был Шакти Вишаватаре. 21 times make free Kshatriya. There's big history. I have no time. Уничтожил так всех кшатриев 21 раз. So by the blood of those Kshatriya making five legs. И кровь от этих кшатриев пять озер образовалось из их крови. So anyway, those you know. Но так или иначе, гопи, гопы, Нанда Баба, Ешода и прочие, у них была такая возможность встретиться с Кришной на полпути к Курукшетре. В день солнечного затмения, очень благоприятный день. Нанда Баба, Ешодама, almost blind, cannot see. Нанда и Ешода, они были практически слепы, они не могли видеть Кришну, все в Раджавасе они. Я кратко говорю, то, что происходило с Шрила Прабхупадой на Курукшетре, когда он был, он подробно очень говорил о чувстве в Раджавасе, которые были там в то время. И вот Шрила Прабхупада там основал также один Гаудия Матх. Very nice Gaudiya Math. Очень, очень прекрасный Gaudiya Math. На берегу Брахмакунды я был там когда-то лет 20 назад или 25, я уж не помню. Very nice, actually. And those Rukmini, Satya Bhama, они также встретились, но Радхарани и Гопи. Taking place in a very remote place. Они остановились. Because they cannot come near. Курукшетра was near. Где-то. And information was sent to Krishna that Radharani. Неподалеку. Simati Radharani coming. Поскольку они не могли там поближе пойти. И Кришна, когда узнал, что Радхарани, Лалита и прочие не пришли к Кришне, он пошел скрыто, чтобы встретиться с Радхарани. Они плакали и таким и они жаловались, ты забыл нас. О, Кришна, ты забыл нас, нет. Как это возможно для меня забыть вас? Вы можете узнать, каждую ночь я плачу.
I am separated from you. Yeah. Every time Rukmini, Satyabhama, what happens? Why you are crying? Я без вас, я плачу, вся моя кровать она полна слез, я не могу спать должным образом, я весь заплаканный. Что правда, да. Ты можете пойти и проверить, я не говорил лжи. И если говорить правду, я всегда с вами. И сокровенность Сиддханта, данная Джива Госвами. There is not such a fraction of second when Krishna мог выйти бы из Враджадамы, очень такая сокровенность Сиддханта. И как же разлука возникает? А Кришна говорит, чтобы проверить, чтобы посмотреть, получить вкус того, какую разлуку вы чувствуете. Я нахожусь там в скрытой форме, и Радхарани тоже говорит, иногда я чувствую, что ты здесь, иногда нет, куда-то пропал. Кришна говорит, иногда вы чувствуете, когда я непосредственно говорю с вами, иногда нет, но вы чувствуете, это подобно моей иллюзии. Но Кришна говорит, спрашивает Радхарани, ты чувствуешь иногда, что я говорю с тобой, но да, чувствую, то есть да, я бываю там, но вы думаете, что я не там, и поэтому вы плачете. И тогда Шукадев Госвами, он говорит, очень, и мы, Гаудии, хотим получить это чувство. Те, кто хотят совершать Гаудия Баджан, Рагануга Баджан, они должны понять это чувство разлуки. Это концепция Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура. Нилачалдама – это высшее место расы всех гаудий, но мы не знаем, как это. Шрила Прабхупада говорит, Бхактивинода Тхакура говорит, что для всех гаудий высшая раса питха – это Пурушоттам Дхамма, но никто не знает. Оно подобно Курукшетре. И то есть подобно Курукшетре. И Кришна там, и мы Кришну хотим вернуть его назад во Вриндаван, в Йогапит, в Кунджи. Мы хотим быть с Кришной, а здесь так много шума, народа и прочее. И Радхарани молится Кришне: «О, Кришна, если ты хочешь, ты любишь меня по-настоящему, ты вернись во Вриндаван, иначе я недоволен, не хочу видеть твои лотосные стопы там». И вот Шукадев Госвами, он описывает их чувство, что они не могут жить, они не могут жить без Кришны. Вот Шукадев Госвами говорит. И Шрила Прабхупад очень часто он объяснял эту шлоку. Он и практически плакал, Шрила Прабхупад. Настолько глубокие чувства были. यत् प्रेक्षणे दिशिशुः पक्षकृतं सपन्ति दिग्भीर्दीगतमलं परिरभ्य सर्वा स्तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुराप भजन् गोप्पश्च कृष्णं गोप्पश्च कृष्णमपलभ्य चिरादवीष्टं यत् प्रेक्षणे दिशिशुः पक्षकृतं सपन्ति. Это twinkle in my eyes. For long gathering, they are meeting Krishna here. And the gopo, the gopi, they are actually cursing. Hey! It turned twinkle in my eyes. Stop! Gopi, они не могут даже потерпеть. Yeah, this что их глаза моргают, они в это время не могут видеть Кришну, и они поклинают этого Творца, что он Брахма, он глупец. Он старый, не знает, как творить должным образом. Всего лишь два глаза дал нам, и эти два глаза, они моргают.
Радхарани и Гопини говорят так, если Брахма был бы разумен, он был, дал бы нам сотни тысяч глаз, чтобы видеть Кришну, иначе Брахма, он старый, без... Он глупец и не знает, как творить, и поэтому Шукадев Госвами говорит, те гопи, они плачут от того, что они... Чират Абиштам, значит, мы так долго хотели встретить Кришну, сейчас наша мечта исполнилась. Но все же проблема. Он не прокляли Брахму за то, что он создал такие глаза, которые моргают, и так мало. Подобно тому, как они смотрят на Кришну и взяли Кришну и поместили в свое сердце. Вот они смотрят на Кришну снаружи, но они также поместили его в свое сердце. Дригви, with eyes, they look Krishna. Они смотрят, это Кришна, и они поместили Кришну в свое сердце и закрыли. So you see, Дригви, Ридик Катамалам, putting Krishna inside heart. Они поместили Кришну в свое сердце и обняли его. Парирабба Сарваха Стат Бхава Мапурупи. They are getting that kind of super feeling. И не получили это великое чувство, поскольку Курукшетра – это то место, где можно найти наивысшую расу разлуки. Для всех Гауди это Курукшетра – это наивысшее место разлуки Випраламхираса. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, Пурушоттам Дхамма, Нилачал Дхамма – это наивысшее место Випраламхи. И Шри Чайтанья Махапрабху, он тоже явил это чувство, Шри Чайтанья Махапрабху явил. Он явил своим собственным примером, как нужно совершать баджан. И там это уже описывается. И каждый момент, что делал Шри Чайтанья Махапрабху, вы должны слушать и понять это, почему Махапрабху делает то, сидит так, говорит это, то все своими действиями он дает нам пример, как нужно совершать Гауди Баджан, Раса Баджан. И вот я сейчас немножко пропустил, и таким образом... It's quite impossible to get the association. Это практически невозможно обрести общение с Кришной, но сейчас это стало возможно. Мы получили возможность. И вот Кришна говорит: «О Гопи, я знаю ваши чувства, но что делать? У меня есть какие-то обязанности, которые я должен исполнять, и поэтому я ушел от вас. Я не ушел от вас, я всегда не отличен от вас, вы и я, мы неразлучимы, но внешне меня нет. И Кришна говорит, о Гопи, бхакти для меня, оно подобно нектару, наивысшему нектару, и поэтому остановитесь, не плачьте. Мои бхакти рихи бутанам амритаттая калпати, дришта жадасит матснихо бхаватинам мадапанам.
This kind of so. И вот это. I am actually, you know, this kind of separation mood. Чувство разлуки. So that everybody can learn here, understand this bhakti. Каждый должен понять это и действовать должным образом. All common people can see. Все люди могут видеть ваше отношение, как нужно относиться, как совершать баджан, но если они не понимают, то это уже другое дело. У вас есть огромная любовь ко мне. И в этом мире оно. Actually, you try to concentrate on me and stop crying. Rather, you become very angry. И вот Радхарани, она разгневалась, и думает, что мы йоги. А ты сам сказал, нужно постоянно думать о Кришне и медитировать. И Радхарани говорит, ты думаешь, мы йоги, ты думаешь, учишь нас медитации, концентрации. А мы не йоги и не гьяни. Это ты можешь сказать, чтобы они медитировали и общались с тобой таким образом. Но нет, мы гопи. Ты говоришь сам то, что ты говоришь этим обычным людям посторонним. Но мы не гьяни и не йоги, мы гопи. Мы хотим забыть тебя, но пришел Удав. Он говорит нам, помните Кришну, помните Кришну, но он такой глуп. Удав, он глупец. Он дает нам наставление, как помнить Кришну. Мы спрашиваем Удава, Удава, у тебя есть какое-то лекарство, чтобы забыть Кришну, а ты говоришь, чтобы мы помнили его. Мы хотим забыть Кришну, но не можем забыть. Настолько это чувство горит в нас, но он как бы горит, но в то же самое время нектар, и Махапрабху дает нам такое же чувство. Это Кришна према, это любовь к Кришне, она настолько уникальна, она с одной стороны жгет, с другой стороны нектар, и мы не можем ее оставить. Мы не можем перестать любить Кришну, это нектар, но мы чувствуем какой-то жжение также, огонь. И еще Чайтанья Махапрабху, в Чайтанья Чайтамрите говорит много раз так, что мы любим Кришну, но какое-то такое жгучее чувство также присутствует. И Рупа Госвами Пад, он говорит более возвышенно, у нас нет права говорить об этом, но все же. The way of love, you know, parakia is like snack. Змея. When you are asking, you know, lady love, no, возлюбленно. You can say, no mean yes. Она может сказать, no, I нет, need. Это значит да. Но. You can understand the code language of love. То есть это такой язык любви. You can understand the code language of so topmost secret. Ну, а этот, you cannot understand. А как же понять этот сокровенный сказать, язык, на котором говорит Радхарани, у тебя нет мозгов, ты учишь нас, как совершать йогу, гьяну. Люди смеяться будут. Мы гопи, мы не можем забыть тебя. И Удав, который пришел, он дает нам наставление, как помнить Кришну, а мы просим его дать нам какое-то средство, чтобы забыть Кришну, поскольку мы не можем его забыть. И вот если вы вернетесь во Вриндаван, Anir Hidayam Mon, More Mon Vrindavan. For other people, their mind is different, you know, and heart is, you know, different. By man, heart, mind and Vrindavan all sense. Mind is equal to heart, heart is equal to Vrindavan. I mean, my heart is Vrindavan. There, Vrindavan. Taha tumar charanodday jadi karab udaay, tabe tumar purno kipa mani. If you can go back there and play with us same way as you did before, we can think your full blessing. Otherwise, not. Go.
Then those Gopika bursted into tears, so heavily crying and speaking. Prabhupada used to speak this word so many times with heavy heart. И вот Шрила Прабхупад, он говорит, Гехам джисамапи манусы удият садан. Ахушчате нариринава падарвин. It is written in scripture. И вот в писаниях описывается, что йоги и гьяни, they can concentrate они and take могут сконцентрироваться, медитировать и обрести результат своей медитации. Внутри своего сердца они думают о тебе. О йоги и гьяни. Агада Бодхиджа, Риши Муни, они все находятся в такой глубокой медитации. И так или иначе, твои лотосные стопы – это единственное лекарство, единственный путь, с помощью которого мы можем пересечь этот океан самсары. Авалампан значит, то есть это единственное прибежище, подобно лодке, на которой мы можем выйти, пересечь этот океан самсары. So we are always expecting your lotus feet all the time, in our heart all the time, what to speak about our feeling. We cannot speak too much, because you know already. You are big God. You are topmost intelligent. You know everything. Самый разумный из всех, но ты. This way you see. Ведешь себя так с нами, это плохо. И вот на Курукшетре, на яге и все стало. They're doing jagya and giving, distributing, you know, prasadam, clothes, you know, horse, ornament. И вот они, в общем, яги они провели, начали раздавать дары браманам, вишнавам, муниреше. Они все собрались. И вот Рукмини, Садьябами, Бада, Калинди, Джамбати, они все жены Кришны, они встретили с Радхарани отдельно, обнялись. Он настолько славно Радхарани. И когда Рукмини, Сатьябама, они посмотрели на Радхарани, они поняли, что мы думали, что мы возвышены, но нет. Мы не можем сравниться с ней. Где Радхарани? Настолько она велика, настолько превосходна, никто не может сравнить нас с Радхарани. И таким образом... И вот ягья кончилась, после этого Матаджи, Шубхадра, Девакима, crying, О, Кришна, I heard you already bring the dead son of your Gurudev. I also like all my six song gone. Then Krishna and Balaram say, okay, your mother is speaking this way. Then you say they arrange that they have some history there. Kalnami take birth as Kamsa. There is some history. Hiranyakasipu, his grandson, they going to our tapasya without taking information from grandfather. Hiranyakasipu, hey! You go without my permission, I curse you. И вот однажды кто-то пошел. So much problem actually, I can speak after. So this actually, Mata crying. И вот мать плакала. Деваки плакала. И Кришна Баларам они пошли. And, you know, six, you know, шесть. Smaro Kirtiman.
ее сыновей. Ришанго, Патанго, Ана, and Кудрабху, Грини. They all are the six sons of, you know, Kalnami. Due to some reason, they come back here and take birth as, you know, the son of, you know, his big, you know, tatta inside. Oba speaking, Bhakti Thakur, Guru Padma, Bhakti Pama, Purushi Maharaj, Devaki, Garbha Rahasya, very mystery. Какова татва в этой всей истории, долгая история, что там случилось. After that, you know, all six, you know, и после того, как шесть сыновей, его сыновей, они воскресли опять, и они начали опять пить молоко Деваки. And they are free. Освободились. Because that breast milk Krishna already took. So now that he took it, and these six sons, they obtained освобождение. Jivatma is gone. От просада Кришны. Now actually the question of abduction of Subhodra coming. Потом Субхадра похитили. Кто-то пошел в форме саньяси, чтобы посмотреть на действия Кришны. И однажды этот саньяси принимал просад там, и после этого Субхадра. То Субхадра wanted to get married. Субхадра на Арджуне хотела жениться. Это уже было предопределено. И после этого Субхадра, она готова была, но Баларам был гневен, он не позволял. Кришна сделал так, чтобы Баладев ничего не мог сказать. Однажды этот саньяси пришел, взял Субхадру и на колеснице куда-то поехал. И Арджуна он посадил Субхадру в качестве этого кучера, а сам сидел сзади, и вот он хотел убить Арджуна. О, Арджуна, он похитил мою сестру, и Кришна тоже занят был. Она хотела держать его и сказала: смотри, он похитил мою жену, ты подумай как следует, кто кого похитил. Субхадра похитила Арджуну, ты смотри, смотри, кто кого везет. Арджуна не похищал Субхадру, смотри, кто кого, кто там рулит в колеснице. И Баладев, он такой просто сердечный, и, как сказать, сдержался. И после этого они поженились, Субхадра. And after that, you know the son of, you know whom? Son of? Son of? Subhadra is who? Is Subhadra who was? Abhimanyu. Abhimanyu. So this way, Abhimanyu dead in Kurukshetra battlefield, has some reason behind it, why? After that, Krishna and Balaram, is Krishna wanted to give kripa to different devotees. They are waiting for long. And Sutradev, Adi, so much thing. I don't like to discuss in details. And Krishna going to give them darshan there. So, after that, this point coming, where Parikshit Maharaj asking, that, that directly or indirectly, everything going to indicate the Supreme Lord. Что все прямо или косвенно, оно все указывает на Верховного Господа. 87 главе. 87 chapter. Да, 87. И там мы находим, что Парикшит Махарадж спрашивает о Брахман. Брахмани анирдеше ниргуне гуна виртайо катам чаранти сутайо шакшад сада сатаха паре. Parikshit Maharaj asking, directly or indirectly, everything, you know, indicates the Supreme Lord. And how? Like those Shruti, those all Shruti, they are praying like personified. Они молятся под, они олицетворенные Шрути, они возносят молитвы ему, и как это возможно?
И Шукдев Госвами отвечает. Long ago, same question was put in before. You know, Brahma. Спросил Брахму. This way, Bhagavan Vacho Swayambhuvo Brahma Satram Janaloki Avadpura Tatrostanam Manusanam Muninam Udharetasam Seta Deepam Gato Vati Tvai Drashtum Tadishvaram Brahma Vadaha Susangvritva Susangvritva Srutayo Yatro Serati. All Sruti and Sruti, they are going in, at the bank of, you know, where? Where? There's Kid Sagar there. But like those kings, they are, you know, Bondi, you know? Who is Bondi? Пришли на берег, это Кхирасагара. Any big, big personality, they are king. Any king. In the morning time, when before king get up, those Bondi, it is their duty. They come and sing the glories of king. Then king get up. Глашатай Бонди назывались. Они, yes, that's called Bondi. Also, they can buy in the Salah, every day this Bondi, then they are coming, glorified the Bondi, and Krishna, Nandamahara, they come every day. Gopo Sabha, there's one big Sabha, they are actually every evening time Nandamahara sitting like king, и вот Nandamahara coming, they are singing, you know, different kind of acting going on, singing, playing. Ну, чем они там занимались различными искусствами, эти бонди прославляли. И здесь Шрути, Смрити, они все пошли к тому Кришне во время Шаяна Экадыши, когда Кришна спит. Махавишну? Actually, it is Mahavishnu, Kirodaka Sai Vishnu. Mahavishnu, Kirodaka Sai Vishnu. Mahavishnu. Bandinahas tatparakramai pratushe abhetto suslokair bodhayanti anujivinaha. It is their earning. How they earn money? It is their earning. They go and glorify, работа такая, они прославляют, it is there, you know, earning. Ну, эти банди, работа такая, они просто прославляют царя, царям за это платят. И вот сейчас, если мы в Камьяване окажемся, я видел там в Раджаваси, они просто поют перед Мадан Моханом. All in the morning, when morning, рано утром, с самого раннего утра, в 4:30, они уже начинают петь для него, для Господа. И потом открывают алтарь. И в Джагнатпури тоже панды, они этим занимаются. Перед открытием храма они садятся и играют на инструментах музыкальных и воспевают славу Джаганнатха. И после открывают храм Джаганнатха. И Джайдев Госвами тоже пишет. Now Srutayo, which is a topmost Vedanta. И вот это. You can go mad on hearing. What's that? И вот что же они говорят? Я кратко расскажу главные их молитвы. But I can sing. You go on hearing. Слушайте. Srutayo uchi. И вот что эти говорят. Srutayo uchu. Jaya jaya ya 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 madis. This slok I started, we can remember. Вот с этой шлоки я начал. Я я я я я я я мои то досо гиви то гуна тамаси ядатмана сама баруда сама ставага ага яга доко сам хила сакта бабода кати качида я ядатмана чачарто ну чарет нигамо. So nice, you know, so nice. You can go mad. This way actually, going on, so many. So first slok I already discussed something. Now I like to jump, what to do, no time. Yeah. I can speak two or three or four. After some time, if I get time, I can speak.
Nivitamaruna manokshadira yoga jujoridhiya Monayo upasate tadarayo pijayo smarana Striya urugenda bhoga bhuja danda visakta diyo Vayama pite sama samadhi shangri saroyo sudha. So nice nectar. So nice. Is Chaitanya Mahaprabhu also used to get the taste of this sloka? Nivitamaruna manokshadira jo goju jo ridiyat munayo upasate tadarayo pijayo smarana Striya urugenda bhoga bhuja danda visakta diyo Vayama pite sama samadhi shangri saroyo sudha Nivrita mane very secretly those rishis, mani rishis they are going. И вот муни риши они пошли совершать, совершают молитвы. Мунайо упасати, мунайо дес муниган, де упасати. И муни, и риши они. Тадарайо пи джоджу смарана. Also those who are your enemy, те, твои враги, those are enemy, like Kamsa, как Камса, Шишупал, getting, они тоже Kamsa. Получают милость. Yeah? I also taught, я уже говорил об этом, как Шишупал, он получил Саюджа Мукти и Шрути, вот, возносит молитвы. They are very concentrating and trying to imagine. They're doing. Out of that, they're getting nice, you know. Upasate, they are doing bhajan, and those who are your enemy, they are also getting facility. Oh, when this because Kamsa, when going to take bath with water in water, singing Krishna. И вот Камса, он когда taking going to take bath in water. Хотел. Принять омовение или выпить воды, он видел Кришну везде и боялся, то есть везде видел Кришну, даже в колоннах из драгоценных этих камней, он там видел Кришну, спал, тоже видел Кришну. И не так, может, он как бы видел Кришну, смотрите, с какой-то негативной стороны, но вынужден был думать о Кришне. Равана, он тоже думал о Раме. И вот когда его брат, я забыл, как его зовут, как его... Кто-то посоветовал Раване. Почему ты принял форму саньяси? Ты мог принять форму Рамы. Почему ты пошел к Сите, как саньяси? Взял бы там в форме Рамы пришел. Как Рама. Поскольку ты знаешь все. Раван сказал, мой брат, я хотел подумать о Раме. Поскольку этот хамелеон, ну, как хамелеоны, они ничего не делают, если они идут на какое-то зеленое место, они закрывают свои глаза, думают, медитируют, и цвет тела меняют. Вот, видели это, как происходит? То есть они сначала идут на какой-то цвет, думают о нем, их тело, их медитация, цвет меняется. И также ракшасы, асуры, они если хотят изменить свое тело, они думают об этом объекте. И Раван сказал, ты советуешь мне, но я подумал раньше. Но я когда начал думать о Раме, весь мусор, все нечистое ушло из моего имени. Из моего ума я уже не мог бы похитить это. Если я начал думать о Раме, чтобы принять его форму, но все мои, как сказать, все плохое начало уходить. Я-то понял, что не смогу похитить Ситу. Рама настолько велик, и тогда пришлось ему форму саньяси принять.
И вот как Риша в Дандакаране, они просили принять их как жен, то он сказал, что да, но в следующей жизни. Стрио уругенда бога буйоданда вишакта дио байама пите сама сама дешо ангриса руджус. Да срути еда сей. И вот и срути говорят те гопи. When you embrace, когда вы, your hand is like snack, you know, big hands, like они, python. Ты when you embrace, когда гопика, ты обнимаешь гопи, ты твои руки подобные питону, змеям, мы знаем все. Как ты любишь их, мы хотим быть настолько же удачливы, мы хотим, чтобы ты обнимал нас. Кто может избавиться от влечения к твоей красоте? Мы, Шмрути, смотрите, мы хотим получить такую же великую удачу, по которой ты обнимаешь гопи. И в следующей жизни эти Шрути, они приняли форму гопи. Material example is not good, but Sriyo, Urugendo, Bhogo, Bhujo, Dando, Vishakta, Dio. Vishakta means tremendous attraction, like one hero and heroine, cannot cut, tremendous. We like to get same nectar. Bayama Pite, Samadri, Shongri, Saroja, Sudha. We like to get the same taste. Could you grant? Yes, I can grant, not like. И вот они просят, можешь ли ты нам получить тот же вкус, что и гопи, то он сказал, да, могу, но в следующей жизни. И अपरिमिता ध्रुवास्तन वृतोजदि सर्वगतास्तरहिना सस्तेति नियमो ध्रुवनेतरथा हाउ बट ऑल दिस मायावादी दे स्पीकिंग все майявади говорят जीवात्मा इज ब्रह्मा जीवात्मा это ब्रह्मा ब्रह्मा राइट बट नॉट दैट यू नो но не до такой степени что это полный ब्रह्म это часть ब्रह्मы но они не не принимают этого, но здесь в Бхагаватам свидетельство Шрутайо. Шрутайо Баданти. Что Шрути говорят? Those who are saying that jivatma is brahma. И вот те, кто говорят, что jivatma это брама. Is mayavad siddhanta. If jiva is brahma, then why jiva has no bearing? Почему jiva? He has some controlling power. That's brahma. Она не может терпеть это. Апаримита. Апаримита. Друбастану врито жади. Actually, jivatma does all. На самом деле, дживатма, она вынуждена, следовать правилам и предписаниям, указанным Брамой. Вибху, есть такой термин, значит, везде присутствующий вибху. Но дживатма, она не такова. Она не вибху. But they are speaking wrong. Но они говорят неправильно. Апаримита друбастона врито яди сарвагатастархи насасате эти ниямо друбанетаратха. Ажанита жанама йо жадами мучо ниантри бхавет самамандян там жадаматам матам душчатия. Жадаматам мата душчатия. Is душчама. Is not good actually. Jipsakal
Those jivatma, they are nitya. That we agree. И вот дживатма, они вечные. Мы соглашаемся, что дживы вечные, и Брахман тоже вечен. Это хорошо, но не то, что они везде присутствующие. Параматма, она везде присутствует, везде сущая. Но дживатма нет таких качеств. И вот смотрите. И вот все верховные. Этот повелитель, он должен быть тот, процедуру контролирования, и то есть верховный, как сказать, контроллер, это процедура контролирования, и кто контролируется, и кем, это тоже должно быть, но все это отлично друг от друга, иначе седанта не получается. Again, I can jump and go to another sloka, 33 sloka, 87 chapter. Следующая 87 глава, 33 шлока. Very, very important. Очень важная шлока. Vijitari sikavayu viradantamunasturagam jayajatanti antumati lolumupayu khido. Vyasana-satamrita-samabhāyu-guru-sharanam Manijya-hivāya-santa-kirta-karana-dhara-jaladau. What? Very nice. Guru-tattva, topmost Guru-tattva. Guru-tattva описывается сокровенные. Vijitari-sikavāyu-hiradanta-munasturagam Jaiya-yatanti-antumati-lolumupāyu-khidha. Vyasana satamrita samabhaya gurus charanam Vanija ivaya santa kita karna dhara jaladhau. What's that? Vijito rishi kubhayu viradanta manasturagam. Oh, out of Astridian finances, so many trying pranayam, this, that, you know, yoga. But, you know, this mind is like a mad horse. И вот он может заниматься многими видами пранаями, медитацией и прочего, но этот ум подобен сумасшедшей лошади, ее невозможно обуздать. Если вы ездили когда-то на сумасшедшей лошади, то она может просто скинуть вас еще и затоптать или легнуть, что вы можете умереть. Иногда я видел. East Bengal, Mahanbagan, there, you know, ground you can go. They are mountain police. If there's big problem, then mountain police they become very fire. They kick, and all people go. Big horse. Вот он какие-то там лошади, которые иногда легали людей. Never allow you to ride back. И вот эта лошадь, она никогда не позволит вам сесть на нее. Она вас просто скинет с себя и затоптает. Если вы хотите контролировать ваш ум, ваши органы чувств, это бесполезно. Никогда вы не сможете стать успешными. Then what и что же делать? Is written, и здесь описывается, что те, кто пытается контролировать свой ум, тело и прочее, они все попытки, они бесполезны, можем устать этим заниматься, не достичь. Но как можно достичь успеха в этом? Когда и как? Так много проблем. Вьясанам, значит, анартхи, они нас вдохновляют на какие-то плохие действия, вьясан на санскрите называется. И вот под влиянием май анартхи мы занимаемся всякими непристойными делами, это вьясан. Как кто-то хочет пить алкоголь, это вино какое-то, это вьясан. Заниматься какими-то азартными играми и прочее. I like to watch the dancing of, you know, there is vyasana, all different kind of vyasana.
И без Кришна Бхаджана, любые примеры, которые бы я не приводил, это все Вьясан. А все, что вы можете использовать для Кришна Бхаджана, это не Вьясан. И сотни проблем могут прийти к вам, подобно в океане. Волны не могут очень откинуть вас в какую-то сторону, но в этом случае единственный путь, вы должны поклоняться лотосным стопам Гуру. Иначе нет решения, поскольку те, кто занимаются каким-то бизнесом, например, на этом корабле, они в общем, перевозят товар морем на кораблях с одного места в другое место, чтобы, ну, купцы такие, скажем. И здесь пример такой приводится. If there is no boatman crew to control the ship, капитана на корабле, который знает, куда его вести, у нас так много товара на корабле, и мы сами мы можем помереть по дороге, если не будет капитана, который знает, куда плыть нужно и как плыть. Вы должны быть очень внимательны. Садгуру Вайшнавы, это единственное руководство, единственное прибежище в этом материальном океане. Если вы неудачливы, чтобы обрести Садгуру, тогда ваша жизнь бесполезна. Будьте внимательны. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит снова и снова: «О, человек, не будь занят тем, чтобы принять Гуру. Смотри и жди. Из своих собственных усилий ты не можешь обрести Садгуру». Шрила Бхактивинода Тхакур говорит много раз: сидите, ждите, не прыгайте в огонь. Это обязанность Баларама, чтобы отправить Садгуру вам. Иначе, если Садгуру приходит в вашу жизнь, вы не можете его узнать, осознать, что это Садгуру. Если Баладев не даст вам должного руководства, то вы не можете понять, что это Садгуру. Это обязанность Баларама, а ваша единственная нужда, обязанность стать искренним и серьезным. Не нужно вам бегать туда и сюда, просто ждите. Если в этой жизни вы не получите, то в следующей жизни, несомненно. Но если вы получите Садгуру, то вы потеряете свою жизнь в любом случае. А Садгуру, он сам попадет в ад, и его последователи, ученики, они тоже с него в ад отправятся. Такова сиддханта. И таким образом, смотрите, все Шрути, они молятся Господу, где Господь молится, спит во время Читармаси, и они возносят такие молитвы, как в Ванди, восхваляют царя, такие эти Шрути Смити, они восхваляют Верховного Господа. И вот Нарада говорит сейчас. Намастасмай Бхагавате Кришная Амола Киртае. 46. Намастасмай Бхагавате Кришная Амола Киртае Джодхатте Сарвабхутанам Абабайо Шоти Калаха. All that Krishna is coming in different Kala, Avatar, Ansa, Kala, different form. Nobody there. Krishna is the original root cause, you see? Original cause. And this way, Naraji Maharaj speaking this way, и вот Нарада говорит, Шрути Смрити, они говорят о своих чувствах, что те бесконечные вселенные, они Jo Srishte Damanu Pravisharishina Chakre Pura Sastita Yang Shampadaya Toma Janu Jamanu Sai Suptahakula Yam Yatha
танкайвалла нирасто юнивабхаям дайедаясрам харим жосот прекшаковадима дани дани жабхакто живесвару жасриштедаману правишчаришина чакре пураха састита ям сампаддаято яманусай Суптахулаям ята, танкой валла нирасто янима вайам, дайдая срам харим. Very nice, you know. Jo sot prekshako adi madhani dani, jo abhyakto jivesvaro, a jivesvara means who is the original cause? Кто all cause? Кто изначальная причина всех причин? All, you know, jo sot prekshako adi madhani dani. В начале, в середине и конец. И всегда Кришна на все влияет. Никто не может чувствовать и видеть, что тот того Верховного Господа. Jiva, you know, Mool, and also Krishna entered into. Он также входит. Like you know, I already told. What? One rishi. Один риши. His name is, you know, Jagavalka. Его звали. Jagavalka asked. И Jagavalka спросил. In front of. Перед. Two sons. Они пришли с Гурукула, обрели Брахмагьяну, садитесь передо мной. И спросил, что вы чувствуете о Брахме, о Брахмагьяне, какое же ваше чувство? И старший сказал, о, отец, Брахма вот такой-такой. Ягьявалка сказал, остановись. He's giving so much lecture. Он так много говорил, что Брахма такой секой, такой секой, и говорит. Stop. Small one. You speak my song. What you keep? И что ты? You only look at father. Lotus feet and stop. И он посмотрел на отца и не смог ничего сказать, что случилось. Then after Jagavalka. И вот Ягьявалка говорит, ты понял, что такое Брахма. Ты понял, что такое Брахма, и поэтому ты не можешь ничего сказать. Те, кто понимает, что такое Брахма, они не могут это описать, поскольку никаких слов, никакой философии недостаточно, чтобы дать им понять, что такое Брахма. Когда Брахма примет нас, я тогда... Out of your own effort, you cannot. Мы можем его принять, то есть нашим. Then another example, Jagavalka giving. My son, bring some собственными усилиями мы не можем. We in Brindavan speak Ramras. Осознать Брахму только по его милости. И вот он также попросил одного сына принести воду и соль. Put this salt here. Покажи, помести эту соль в воду. Then after that, размешали. Получился такой соляной раствор. Ягьявалка спрашивает, где же соль? Соль ушла, куда ушла? Ну, в воду. Как возможно? Вода вот отдельно была, соль отдельно. Но по-научному растворение называется. Ну, вошли в так... растворилась соль в воде. Как это возможно? И также... Если это вы выварить, то можно соль опять получить, вода испарится. Ягьявалка сказал, смотри, хотя Брахма, он могущественный, он вездесущий, все, его везде можно обрести, найти, подобно раствору соли в воде, и каждая капля этой воды, она соленая, и вы можете чувствовать соль, и куда эта соль ушла. Соль уже там, вы можете чувствовать, вы можете видеть, но чувствовать не можете, так и Брахма. Можно попробовать как бы воду, потому что она есть, но видеть мы не можем. Вот так и Брахма, он везде слышен, пребывает везде, во всем, но не можем мы его видеть.
А когда вы получите этот даршан, вы сможете видеть Кришну везде. Вы не можете видеть никаких женщин, мужчин, денег и прочего, только Кришну. Только Брахма, Кришну. И вот таким образом. И вот мы пришли к этому. И вот Нарада Махарадж говорит о своих чувствах и вот Парикшит Махарадж спрашивает о царе. Дева Сурам Манусесу Джи Ваянти Сива Сивам 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 Прайосте Дханино Вхаджа Но ту лакшапатим харим. Very nice issue. Very nice issue. Парикшит Махарадж asking in front of Парикшит Махарадж спрашивает Гурудева о Гурудеве. Смотри, те, кто поклоняется Шанкару Бхагавану, они очень богатые. А те, кто поклоняется Лакшмипати, они очень бедны, даже одежды нет у них. Как это возможно? Все наоборот. И вот Шанкар Бхагаван, он живет на берегу реки, где-то рядом с крематориями, а те, кто поклоняется такому, как сказать, нищему с виду Шанкару, они сказочно богаты. А те, кто поклоняется Дурге, они тоже сказочно богаты, а те, кто поклоняется Джаганнатху, властелину всего богатства, они обычно крайне бедны. Ну, не всегда, но как правило. Дуру Махарадж, Парикшит Махарадж, Амбариш, Ютхиштхир, они очень богаты, но это крайне редко. Но, как правило, те, кто поклоняется Кришне, они очень бедны в таком материальном смысле. Я уже вчера говорил, что Кришна, когда он подшутил на этом квине, и сказал, что я нишкинчан, те, кто сами нишкинчан, они любят меня по-настоящему. Ну как ты нишкинчан, ты настолько богат. Но Кришна говорит, нет, у меня ничего нет, единственное, что у меня есть, это лотосные стопы Радхарани, я нишкинчан. Веришь ты мне или нет, я нишкинчан. И те нишкинчаны, они только они могут любить меня. И вот Кришна перед Рукмини говорит, я нишкинчан. И вот они спрашивают, Парикшит Махарадж спрашивает, те, кто поклоняется Шанкару, он сам нишкинчан, иногда даже ходит без одежды. Но те, кто поклоняется Шанкару, они сказочно богаты. А почему те, кто поклоняется тебе, господину богине процветания, они беднее, они очень бедны? И вот те полубоги, люди, демоны, они все, если они поклоняются Шанкару, они очень могущественны становятся. Богатые. Асивам сивам. Apparently Сива is not, you know, Дарши. Внешне Сива, он вроде... Асивам сивам. Асивам mean, it's just, you know, externally you see, not сатива. Асивам значит, внешне выглядит человек не, как сказать, не в гуне сатвы находится. Асива значит не благо. То есть внешне Асива, он выглядит, как сказать, неблагостным. И поэтому, можно сказать, более точно, Шанкар Бхагаван, он не грязный, он не оскорненный, он является тамагуну собой, он такой, как сказать, повелитель тамагуны. И Ашивам Шива, Ашивам значит,
не то, что они грязные, а очень часто можно наблюдать, что те, кто поклоняются Шиве, они очень богаты становятся, а те, кто поклоняется Лакшмипати, Господу, самому Шри Кришне, они очень бедны становятся. Как это возможно? И Шукадева Госвами отвечает. Шивха сакти ютха шашчатрилинго гунабритаха байкари катайя сасчастама сасчети ахам тридха. И вот это парататтва в трех формах. Шивха сакти ютха шашчатрилинго гунабритаха. Сипке трилинго валаха. Why? Почему? Шива. Аханкар. Три типа аханкар, you see? Три вида аханкара. Вайкарикто и стамаса. And you know, that's why Шива is called Трилинга. И поэтому Шива зовется Трилинга. Also is the demigods of taking control over Тамагуна. Он также повелевает Тамагуной. But actually not this case, not the same case with Hari. Because Hari, you know, Hari's platform is just excellent platform. Хари он находится на высочайшем уровне. Невозможно представить, насколько высоко. И поэтому Парикшит Махарадж Шукадева Госвами говорит Парикшиту. Хари is not an object of this, you know, matter, you know. Господь Хари это не тот объект, который. Hari is not an article. Хари это не что-то, находящееся в этом материальном мире, что можно пойти и найти его. Господь Хари, он за пределами этого материального мира. Турио, значит, это четвертое измерение. Турио, fourth dimension. You cannot understand. What is this? И невозможно понять, что это. Шапно, шушупти. Турио. Beyond, you know, human comprehension. За пределами человеческого понимания, за пределами материального мира. Он находится в Шудда Саттве Гуне, в Васудев. Харирхи ниргуно шакшад пурушо практе параха са сарвадик упадашта твангбхаджано ниргуно бхаве. Шукадева Госвами говорит, что ты думаешь, эти полубоги, они все находятся в этом материальном мире, та же Брахма. В этих 14 мирах он иногда вверх, иногда вниз попадает, но Хари, он не тот. Он единственный Пуруш, Параматма. And is watching everybody. И он смотрит на все. Everywhere, heart to heart. Везде сердце пребывает в каждом сердце и наблюдает то, чем мы занимаемся, как параматма. Уподрешта, not advisor, уподрешта. Watching. Он просто наблюдает за нами. If you do, если вы делаете, совершаете харибаджан, хари он ниргун, и ваш баджан тоже становится ниргун. И как же вы тогда надеетесь, что кто-то материальное придет к вам? Когда Шанкар Бхагаван или Деви, они дают вам какое-то богатство, это материальное, а хари он за пределами этого находится, за пределами материального мира. И поэтому те, кто поклоняется Шри Хари, они тоже достигают ниргуны, они за пределами материального представления, их баджан тоже такой же, и результат тоже ниргун. И как вы можете надеяться, что они могут поклоняться Хари и получать какие-то материальные вещи, которые только приносят беспокойство? Я уже говорил вам во время, когда я говорил о Вритрасуре, то он говорил, что наш Господь никогда не даст ничего материального тех, кого Он очень любит. Я уже говорил о Вритрасуре в шестой главе. И Бхагаван говорит Шукадева Госвами. Now Bhagavan speaking. Yasya ham anugrinami harishyeta dhanansari.
If I like to give full blessing, если я хочу благословить кого-то, я забираю все, все материального, чтобы человек не гордился ничем. Я все это забираю. Можно вернуться к этой теме. Вот к Триданди Бикшу, а мы еще Гурудев, он говорил о нем, Триданди Бикшу, об этом саньяси настолько он был терпелив. Everybody putting him in torture. Все беспокоили его, все как-то вредили, но он был подобен дереву, кто-то, то есть все его как-то издевались над ним, он не жаловался. Вы должны быть более, стать более терпеливы, чем дерево. ततो अधानम् तजन्त्यस्तो सज्जना दुःख दुःखितम् all his relatives and friends, all friends are connected. When find, когда они нашли, что его друг очень беден, что его друзья все. Samima used to do medicine business, all bankrupt, taking loan, big loan, all gone. Ну как с вами хорошо занимался каким-то фармацевтическим бизнесом, но что-то у него не шло, бизнес как бы разорился, и все люди, родственники его оставили, зачем он такой нужен без денег. И у него, у него появилось время совершать харибаджан, и также с этим саньяси. И вот говорится, что когда я оказываю вам свою милость, я забираю у вас все, и вы становитесь очень бедны. Все ваши родственники, друзья, они оставляют вас, поскольку без, как сказать, денег никто дружить с вами не будет в этом материальном мире. Если у вас нет денег, никто не будет вас беспокоить. Что, что толку с вами дружить, если вы ничего так не можете? И поэтому у нас есть шанс совершать харибаджан в этом случае. Tato adhanam, then he become very poor and is, you know, left in a choosy bit. My all your friends are reluctant. I go, 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 useless. Ну, в общем, всех оставил. Oh, really? This is the tata. Yes. Hari is very, you know, unique. И вот Господь Хари, он уникален, о царь. Те, кто поклоняется Хари, они за пределами этого материального мира. И то баджан, который он совершает, они тоже за пределами материального мира. Их баджан сатвик. И он... Кришна, сатагун. И вот они так совершают баджан на уровне шуддасаттвагуны, и все, соответственно, становится на уровне шуддасаттвагуны. И вот Шукадев Госвами приводит пример, о царь, я пример тебе привожу, слушай, что за пример. Шапо прасада йо риша вишну, брахма вишну сивада йо, садьо сапо прасаду ангос, сиво брахма. И вот Шукадев говорит, Брахма, Шанка, они очень быстро могут благословить вас, либо проклять, но Вишну, он очень высоко, тяжело как-то его достичь. И Шукадев говорит Парикшит, о Парикшит. Сапо прасадайо ришо брахма вишну сивадайо. Шадьяхо сапо прасаду ангосиво брахма на чачата. Not so quickly. Не так быстро. Верховный Господь будет доволен вами, он будет смотреть на вас, выжидать. Но Шанка, очень быстро, если вы просто полюйте его водой, он будет доволен вами. Как в Шиваратри произошло, однажды один охотник неосознанно. Он был наверху, и ночью он был на дереве Бела, и вода упала, как листья Бела, он благословил его сразу,
и не разобравшись, кто там за что лист кинул. И одно из его имен Ашутош, что-то очень быстро становится довольным. И Сукадев Госвами приводит пример. О, царь, я приведу тебе пример. Ты можешь увидеть, что Шанкар Бхагаван, он такой, он изначально повелитель Тамагуны, но внутри он начинает, и очень быстро он становится доволен и не гневается тоже быстро. То сейчас он доволен вами, потом разгневаться может сразу очень быстро. Как Ванасар, он благословил Ванасара, чтобы у него было 1000 рук. О, Гурудев, я люблю его. Но есть какие-то скамбизы. Я люблю бесполезные руки. Я вижу, что вы просто матчите. О, Рехарам, вы можете получить результат очень быстро. Вы хотите бороться со мной? Я Гурудев. Вы хотите спорить со мной? Я ваш Гурудев. И таким образом. А вот это история про этого. Спасибо. То, что он получил благословение, а потом не с кем было драться, решил с ним подраться со своим гуру Шивой. И вот следующее, в Брикасура Шакалинандана, один из демонов, он встретил народу по дороге. Можешь ли ты ответить на вопрос? У меня есть вопрос, да, говори. Брахма, Вишну, Шанкара, кому, кто будет доволен мной быстрее всего? У меня времени мало, но то Шанкару поклоняйся, что правда, ну да. И вот он спросил народу, кто будет доволен мной быстрее всего. And started by Yana Sankara. И вот он начал свой Шанкара Бхаджан. And taking bath, you know, there in Alakananda. Mandakini. Mandakini is not Alakananda here. Baddhigasa. There actually, and after that, Shankar Bhagavan not coming. There is fire sacrifice, doing Ashwini finances. And when Shankar not coming, cutting all body flesh. And putting in first. Shwaha. Cutting. Shankar Bhagavan still not coming. Then after that, taking the chopper and cutting, going to cut the head. I can now sacrifice my head into fire. Oh, Shankar, you are not coming. И вот он, в честь Шанкара, он совершал жертвоприношение, уже хотел себе отрубить голову и кинуть ее в огонь, но тут Шанкара явился, и Шанкара схватил за голову, за руку, сказал, что ты хочешь, и он сказал, я хочу благословения. А какое благословение, если я мою руку положу на чью-то голову, он умрет. И что за благословение такое? О, Шанкар, я хочу такое благословение, когда бы я мою ладонь не клал на чью-либо голову, он сразу умрет. И зачем тебе такое благословение, что ничего более серьезного нету? Нет, мне только это надо. Ну хорошо, благословляю тебя. И Шанкар благословил его, и этот демон решил проверить на Шанкара, положить свою голову. Шанкара убежал, как это, что убить не хочет. Дал ему благословение, он за это не убить хочет. И вот он уже не знал, куда от него деться. И вот Шанкара позвал Верховного Господа, Господь, этот демон, смотри, как он ко мне относится. И тогда Верховный Господь понял опасность ситуации и в форме Шакунинандана он пошел к нему и пришел к этой форме Брамана и сказал, «О, Шакунинандан, куда ты бежишь? Побожди, нет времени, нет, нет, слушай, ты смотри, зачем?» Так бежишь, остынь, я могу тебе совет дать. Ты не можешь найти его, что случилось. Ну смотри, вот он, обманщик, убегает. А что случилось?
Но как я тут Баджан совершал Шанкару, он благословил меня, что я а я хотел проверить, это благословение, правду или неправду говорит, он убежал. А, ну, ты глуп, как глуп? Ты зачем ты за ним бежишь? Он же в крематории живет, грязный такой, ходит с мертвыми костями, кто тебе поверит? Он с гостами живет, с привидениями, и что здесь делать? Зачем ты бегаешь за ним? Чтобы ты лучше возьми свою руку, у нас пристань к своей голове. И проверить это благословение, а что правда? Правда. И вот он прикоснулся к своей голове и помер. И Шанкар пришел и сказал, и он сказал ему, не надо раздавать благословение всем подряд. Нужно думать перед этим. И вот Господь Шанкар говорит, перед тем, как благословить. Зачем асуру отдавать? Если он хотел украсть мою жену Парвати с этим настроением, он бегал за мной, чтобы убить. Он хотел украсть мою жену, и с этой целью он хотел убить меня. Она, моя жена настолько прекрасна. Сукадев Госвами приводит такой пример. You are saved. Now actually we are going to touch, you know, 11th canto. But before that I like to make some background. Мы сейчас подходим к 11 главе, но перед этим я хочу сказать то, что в Дварике так или иначе. There are actually some bad symptoms everywhere. Плохие признаки начали проявляться. И какие же такие неблагоприятные признаки? Какие-то проблемы, может быть, неблагоприятные знаки? И вот тогда все в Раджаваси, Дваракаваси, может, что-то случилось? И вот... We can go to Pravash there. Pravash at the bank of sea there. Мы можем пойти на Праваш к берегу океана, это в Гуджарате сейчас, и можем поклоняться Господу, совершать ягью, чтобы обрести. Goods for us, mangal. We can all go. Take all articles, everything you see, everything there. И вот Кришна знает все, что очень скоро эта Дварака, она будет затоплена водой, и все пойдет под воду, и что же, и мои все обязанности исполнены. First canto you already heard. Brahma, all, you know, demigods are going to pray in front of Prabhu. This problem is too much. You come and save us. No, Krishna saying almost all my, you know, duties always almost done. Они молились Кришне, чтобы Кришна пришел и спас их. И Ядувамса, те они все мои родственники. Nobody there. Никого. To fight with them. Нет, кто бы сражался с ними. So я должен их сам забрать, мою нить Адаму, потому что нет никого, кто бы сражался like с ними. Как на поле боя Курукшетра они сражались друг с другом, но с ядрами не было никого, они были очень могущественны, некому было с ними сражаться, и Кришна решил сам все сделать. Очень скоро я могу забрать мою вечную даму. Время практически кончилось, и Брахма Шанкар, Господь, и они молились ему, что время кончилось, и если хочешь, возвращайся назад, и Кришна что сделал? Однажды те маленькие, эти дети Ядовов, мальчики, играли, бегали туда-сюда. И однажды они что-то с ними случилось по милости Юга Майи.
они видели Васишта, Парашара, Дурваса, все решения, сидели там. Сидели где-то там в саду. А почему? Что с ними случилось? И вот они начали шутить, подшучивать с этими риши. Они взяли, переодели кого-то, беременной женщины. Самбу. И пошли Криши спрашивать у риши. Вот она, беременна, мальчик или девочка родится. Они подшутили так. И риши разгневались, сказали: вы там шутите с нами, мы проклинаем вас, это родится кусок железа, который станет причиной вашей смерти. И вот они увидели, что там как-то кусок железа появился в этой одежде. Кулунасан. И этот кусок железа, он убьет всех, всю вашу династию. Вся ваша династия Яду, она помрет от этого железа. Что правда? И да. И вот они начали думать, что делать. И вот они начали жаловаться, что то и то случилось, и риши нас прокляли. И не рассказали Кришне, Кришна улыбнулся и сказал, что правда. И все яду, и вот они что решили сделать, нужно пойти на берег океана, распилить. They are rubbing the steel, iron bar, actually thin, very thin, very thin. В общем, сделать пыль из этого куска железа, просто его так шлифовать, чтобы он в пыль превратился и выкинуть в океан. Но остался такой маленький кусочек, они думают, что толку от этого кусочка, тоже выкинули. И этот кусочек, один рыбак, он поймал рыбу, которая съела этот кусок железа, и вот он разрезал эту рыбу, увидел кусок железа, а там был охотник, сказал: о, рыбак, что толку от тебя от этого куска железа, можешь ли ты мне дать? Да. И вот бери. Он взял этот кусок железа, пошел к себе домой. Он сделал из него очень острое оружие, когда Кришна сидел. Этот охотник пошел охотиться и увидел какую-то добычу, и стрелой попал в пятку Кришны. И потом, когда он увидел это, он начал сокрушаться, что смотри, это, о, это гостыга, о, Господь, я думаю, это животное какое-то. А Кришна сказал: это по моему желанию ты совершил эту ошибку. И Чайтанья Махапрабху приводит также такой пример, что все материальные люди, Майя хочет обдурить их. Майя хочет обдурить их. Кришна, он был застрелен стрелой, умер, но в Бхагаватам все есть. Как колесница, подобно огню, снизошла к Кришне. И Кришна, он зашел на эту колесницу в этом самом теле, не оставил тело, а в различных Куранах. Там говорится, Кришна умер, его сожгли, выкинули в океан.
А вот в Нила, потом эта часть его тела приплела в Нилачал, но это все ложно. И вот Санатан, Махапрабху говорит о Санатан, это все похищение жен Кришны. Это какими-то этими жителями джунглей, это майя. Настоящая майя. То, что Кришна умер, это тоже майя, это все ложно. Просто чтобы вас одурачить. И таким образом. Что делать дальше? After that, there's one question nice. Krishna making this play. They're speaking this way, we have it. Jodhu destiny getting cards. So shortly we are going to leave body. What to do? They took decision. This way actually, they took decision to go to Pravas. In between I have some point I also like to speak. How Brahman, one Brahman crying, all boys taking birth and dying. How Arjuna took responsibility, ultimately became failure, going to Lokalok Parvat. To, and after that they are going there to meet, Mahapurush there, Bhumapurush, so many points there, I have no time. Vijitari Sikha Vayu Viradanta Munasturagam Jayayatanti Antamati Lolomupayo Vyasana Satamrita Samabhaya Guru Charanam Baniya Ivaya Santakita Karana Dhara Jalabhahu Vancha Kalpaduru Sikha Basanda Gavijyoti Dhanam Pavana Gavishnu Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho. Tomorrow we can touch 11th canto and be careful. Tomorrow we can touch 12th canto. 11th canto, and you will have to do param within 7-4. I mean, when you are coming, you take one drop of Jagannath Prasad, otherwise you can break. After that, don't think, after that we can think what to do. First you take one drop of Jagannath Prasad. Don't waste your time to cook this there, no time. Come early so that I can have a chance to discuss more.